Еще раз всем здравствуйте. По традиции 2017 года мы начинаем конференцию во славу богов всех народов, всех времен, во славу изначальной силы, во славу империи сильнейших ведьм. Тема у нас сегодня с вами очень такая узкая, да, узкоспециальная, я бы сказала, потому что я сразу предупреждала, что тех, кто, ну, как бы боится, пока не стоит, там какие-то есть сомнения, лучше пока этим не заниматься. Потому что порталы сами по себе опасная штука. Вообще вся работа со временем, она является очень опасной. Не потому, что время крайне агрессивно на нас настроено, а потому, что мы еще пока этого не умеем делать. И, честно говоря, вот, положа руку на сердце, информации об этом нет вообще. Вот, те какие-то микрочастицы информации, которые гуляют по интернету или по каким-то книгам, они не соответствуют действительности, и как бы с ними ничего не сделаешь, в принципе. Поэтому ту информацию, которую я вам даю, мне пришлось нарабатывать самой. Ну, поскольку, да, где-то нужно что-то брать, и, соответственно, нарабатываешь сам, потому что этого нигде нет. Надо обязательно вам попробовать, и о своих экспериментах, получилось или нет, я говорю, можете не писать о своих наработках, а просто написать хотя бы как ощущения у вас, да. Они на самом деле очень интересные, потому что один человек, я давала эту информацию, практиковал, и увидел очень интересные вещи, которые потом сбылись. Он именно путешествовал в будущее, увидел все до дат, то есть календарь прямо увидел. Все до дат увидел, так и произошло. При дожде время как бы останавливается, замедляет свой ритм, и вы имеете возможность путешествовать по прошлому, по событиям прошлого, не только своего, потому что свое прошлое вы знаете, какой интерес путешествовать, а именно по событиям, связанным с какими-то ситуациями. Значит, вы открываете дверь в этот лабиринт и говорите о том, что дверь не закрыта до тех пор, пока вы оттуда не выйдете. Это смысловая нагрузка этого заклинания. Когда человек только начинает еще боится этого, это можно делать через окно. То есть длительное смотрение через окно именно на область крыши соседнего дома дает изменение определенное сознание и дает информационное поле новое. Это тоже интересное ощущение так для своего опыта. Вот. Важное на картине осталось. То есть информационное поле важное, определенный сюжет, он остался. Со временем добавлялось. Что со временем добавлялось? Добавлялось то, что видела картина эта. В течение времени, что она видела? Значит, вы кладете на пол, положили нитку к себе и начинаете мотать. Вот так вот. У меня просто такая дыщ такая. До связи.